Российскую певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом «Максим», подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Об этом в СМИ сообщила представительница артистки 19 июня 2021 года. Сейчас поклонники артистки с нескольких стран пристально наблюдают за тем, как она себя чувствует, и очень переживают за ее здоровье. Почему Максим впала в кому и по какой причине может из нее не выйти? Об этом вы узнаете прямо сейчас. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если еще не сделали этого. Также переходите на сайт «Одна минута», где ежедневно мы рассказываем вам самые интересные и важные новости. Поехали! Максим – российская певица, автор песен, композитор и музыкальный продюсер. Настоящее имя – Марина Абросимова. Родилась 10 октября 1983 года в городе Казань. С детства Максим увлекалась музыкой, получила соответствующее образование. Ее карьера началась, когда Марине было 14 лет. Она стала участвовать во всевозможных музыкальных конкурсах, таких как «Teen Star» и «Ожерелье Нефертити». Тогда же Максим написала свои первые песни, в том числе «Чужой» и «Зима», позднее вошедшая в альбом «Мой рай». Стала широко известна в 2006 году после выхода альбома «Трудный возраст». В феврале 2007 года певица выпустила 4-й официальный сингл «Знаешь ли ты?». Песня сразу же становится хитом. Одних только цифровых копий было продано более 1,5 миллиона. Тиражи ее первого альбома на тот момент уже превысили отметку в 1,5 миллиона. «Знаешь ли ты?» – это настоящий хит, который поют до сих пор. Его знают и мужчины, и женщины, и взрослые, и юные. Максим то появлялась на сцене с гастролями и новыми песнями, то пропадала. В 2019 году случилась трагедия, которая изменила ее жизнь. Певица попала в аварию, после которой долгое время реабилитировалась. Это случилось в апреле 2019 года. Как рассказала представитель артистки Маргарита Соколова, якобы Максим спешила в аэропорт, была скользкая дорога, и она на скорости пробила колесо, впоследствии чего машину артистки занесло, и она врезалась в бордюр. В результате 35-летняя Максим получила множественные травмы, к счастью, не угрожающие жизни певицы. Важные органы были не задеты, но на реабилитацию потребовалось время, и ранее запланированные концерты пришлось перенести. Как пишут СМИ, из-за ДТП у певицы также началось осложнение в виде воспалительного процесса из-за слабых сосудов. Как следствие, она начала страдать от головных болей, и у нее возникли серьезные нарушения сна. Впервые после восстановления Марина Абросимова, более известная как Максим, смогла выйти на публику только в сентябре 2019 года, то есть почти через 1,5 года после автомобильной аварии. К слову, вследствие этой аварии Максим дважды попадала в реанимацию, где врачи боролись за ее жизнь. Уже спустя почти год после ДТП в 2020-м артистка призналась, что на фоне этого даже появилась зависимость от спиртного, что еще раз нанесло удар по ее организму. Подписывайтесь на канал «Одна минута» и смотрите видео о том, почему умерла Жанна Фриске и как ее близкие живут сейчас, спустя 6 лет после того, как не стала певицей. Сейчас у певицы Максим снова серьезные проблемы со здоровьем. Она попала в реанимацию, ее положили под аппарат искусственной вентиляции легких. Близкие переживают, сможет ли она выкарабкаться и снова вернуться к нормальной жизни. 19 июня 2021 года стало известно, что российскую певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом Максим, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Об этом в СМИ открыто заявила ее концертный директор Маргарита Соколова. Соколова отметила, что у Абросимовой диагностировали пневмонию с сильным поражением легких. Она предполагает, что у артистки может быть коронавирус, хотя тест на болезнь отрицательный. Также концертный директор рассказала, что у певицы низкое насыщение крови кислородом. Врачи говорят, на кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому докторам было принято решение ввести ее в кому. Соколова добавила, что Максим пробудет в коме предположительно несколько дней. Врачи дают позитивный прогноз, а искусственная кома нужна, чтобы не было кислородного голодания, поделилась подробностями представительница певицы.
Напомним, что 15 июня Абросимова в своем инстаграм-блоге сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на ковид, и каждый раз он был отрицательный. А как вы считаете, сможет ли Максим после комы прийти в себя и снова выступать для любимых поклонников? Пишите свои слова поддержки для артистки в комментариях. Также не забудьте подписаться на канал «Одна минута», если еще не сделали этого. У нас для вас много интересного.